Эксперимент в Спуне! Вы имеете хоть малейшее понятие, как трудно мне было подобрать игру для обзора на Хэллоуин? Ведь это было и правда трудно, да? Поскольку я осознал, что практически каждый хоррор из существующих... Отстой! Подумайте вот над чем. Сколько хороших хорроров вы можете назвать навскидку? Их было сколько? Где-то 10? Вообще. Так что, как я уже сказал, я составил свой собственный список. Знаете, не было никакой опасности, что Фантасмагория 2 ворвется в первую десятку. Этот жанр и так весьма жалок. И даже, блядь, не начинайте нести эту херню про Resident Evil, ага. Эти 6 упаковок переоцененных диетических страшилок. Все, что я о нем когда-либо слышал, это чувак, Resident Evil такая крутая серия хорроров. Когда та собака вынесла стекло, я чуть не уронил свою хавку. Да нахуй идите, это не ужасы, это обычные пугалки. Все, что Resident Evil когда-либо делал, было пугалками. Мы уже это обсуждали. Пугалки поражают. Просто громко кричат вам в уши. Они не страшные. Самым страшным в Resident Evil был инвентарь. И управление. И фиксированная камера. И озвучка. Почему людям вообще понравился Resident Evil? Я могу назвать вам хороший. Как я уже сказал, список не очень длинный. Это Penumbra и Amnesia Dark Descent, которые в каком-то смысле из одной серии. И они страшные до чертиков, чуваки. Не только потому, что ты вообще никак не можешь дать монстрам отпор. Ты даже не можешь слишком долго смотреть на поганцев, иначе буквально испугаешься до сердечного приступа. Это если они не найдут тебя раньше и вырвут нахер твою душонку. А еще, конечно же, серия Silent Hill. Они все были хорошими, ровно до The Room. Эй, а мне понравилось. Санитариум был хорошим point-and-кликом. О, oh, I have no mouth, but I can scream безумно был охуенно хардкорным. Мне очень понравился System Shock. Может, вы и не считаете его хоррором. Даже при том, что оружие ломалось быстрее, чем хренов Trapper Keeper. Серьезно, эта рулетка из настолки жила дольше, чем стволы в System Shock 2, вашу ж мать. И, наконец, Eternal Darkness Sanity Requiem для GameCube. Которая не только мой любимый хоррор, а, наверное, одна из топ-3 лучших игр всех времен. Сюжет феноменально хороший. Мотив на тему мифов про Ктулху. Камера больше не проблема, и о скольких хоррорах вы можете такое сказать? Управление настолько плавное и легкое, что вы удивитесь, какого черта сурвайвил хоррором так трудно довести его до ума даже в наши дни. Боевка захватывает дух, она удобная и инновационная. В ней можно выбирать, куда вы бьете в рукопашной. И рукопашная всегда самая неуклюжая и самоубийственная вещь в других сурвайвил-хоррорах. Поэтому, конечно же, я не видел ничего и близко похожего в других играх. И я, блядь, не имею ни малейшего понятия, почему они так и не сделали сиквел. Боже, как я люблю эту игру. Я бы ее трахнул, если бы хрен в диск пролез. И на другом конце спектра худшая игра, в которую я бы играл. Черт возьми, Trapper Keepers были бесполезным куском говна. У каждого должен был быть такой, но через какой-то месяц у этого поношенного куска говна отвалилась крышка. Его нужно было дохрена перематывать скотчем, и липучка не прилипала. И хуже всего, он был сделан из ебучего пластика, и тут же переставал засовываться блядским пеналом. О боже. Я начал делать обзор на Trapper Keepers. Все хорошо. Короче. Худший хоррор из всех, в которые я играл, как ни странно, на Dreamcast. И для тех немногих из вас, кто не знает, что это такое, многие из ретро-игровых снобов 90-х частенько говорили, что это лучшая консоль из всех. Даже при том, что единственной игрой, в которую на ней кто-нибудь играл, был ёбаный Soul Calibur. Я слышал, что нескольким людям очень понравилась Shenmue. Почему-то. Но опять же, я слышал, что некоторым очень понравился фильм Прометей. Но неважно, по крайней мере, ведь весело, да? Я, с другой стороны, должен сидеть здесь и играть в The Re-Inter-Realm. Это игра по мотивам фильма о фильме, который убивает нас, если его посмотреть. Что-то вроде знакомства с факерами, только смертельное видео из звонка куда короче. И смешнее. Я даже не знаю, что вы с ним сделали. Как вы сделали игру по мотивам звонка? Она не сильно известна своими удобствами для адаптации в игру. Как вам это удалось? Ну хорошо, вы могли сделать адвенчуру вроде Gabriel Knight или Фантасмагория, где бегаешь, решаешь загадки, пытаешься раскрыть мрачную историю Садока и остановить ее сверхъестественную ярость. В целом это звучит неплохо, я бы... Вы даже на секунду не купились, да? Хорошо. Приступим и заодно посмотрим, сколько времени у них уйдет на то, чтобы нас наебать. Звонок! Территория ужаса! 0 секунд. Эта игра скатывается в говно за 0 секунд.
как только вы нажимаете на старт. Это невозможно. Это просто, блядь, невозможно. Это должно быть рекорд. Не думаю, что я раньше видел вполне мгновенное скатывание игры в говно. Как вам удалось испортить начальный экран? Чего они вообще добивались этим проклятым смехотворным звуком? Он задумывался как мясной или кровавый? Ведь фильм даже неизвестен из-за мяса. Серьезно! Они остановили выбор на этом. Это был лучший звук, который пришел им на ум. Звук, будто кто-то наступил на тюбик с горчицей. Хорошо, может, я немного несправедлив. Сравним это с фильмом, а я позволю вам выбрать. Лучше первый. Или лучше второй. Интересно. Знаете, я все еще не до конца справедлив, ведь это фильм «Американская версия». Ладно, без разницы. Поэтому давайте сделаем все совсем честно. Давайте сравним это с другой страшной игрой того времени. Лучше первый. Resident Evil. Или лучше второй. Resident Evil. Хоть я и был совершенно справедлив в Resident Evil, было еще вот это. Joseph! No! Don't go! Don't chill. This house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. Почему вообще эта игра кому-то понравилась? Если вы вообще в это поверите, сразу после заставки игра становится даже еще тупее. И быстро. Все начинается с того, что этот чувак работает за компьютером, как вдруг у него начинается худший задокументированный приступ туннельного синдрома. Пусть это будет вам предупреждением, народ. Вот что бывает, если слишком много дрочить на порно в интернете. Конечная стадия судороги анониста. После этого подружка мертвеца Мэг подъезжает к дому как раз в тот момент, когда парамедики его выкатывают. Ой, блин, я только что осознал одну вещь. Японская игра на импорт, сделанная по мотивам серии тупых ужастиков в центре трагедии и душевных страданий. Черт, приготовьтесь к одной из худших озвучек за всю вашу жизнь. Роберт? Нет, я думаю, мы просто должны это сделать так. И это просто... Эй! Эй, мисс! Нет, извините, вы не можете прийти сюда. Срань господня, этот коп только что врезал ей лбом. Блин, кто этот мужик? Крис Браун! No, I'm sorry, you can't come here. No! О да, у меня тоже было такое лицо в тот единственный раз, когда я смотрел Lizard Lake Town. No, I can't believe it's Robert. No. You okay, lady? No. You okay, lady? You okay, lady? You okay, lady? Я могу целыми днями это повторять. Ребят, вы должны поставить это себе на рингтон. Серьезно, поставьте. Вроде этого, вот вам халявный. You okay, lady? You okay, lady? Итак, на следующий день с утра пораньше Мэг ждет первый день на старом месте работы Роберта в центре по контролю заболеваний. И я совсем не шучу. I'm still alive. I'll work for this company without you, Robert. I shouldn't mourn your death forever. Вечно? Всего день прошел. Твой парень мертв, а ты даже не попросила отгул? Упавшее мороженое сэндвич и то оплакивает дольше. Оу, господи ты, боже мой! Да, эта музыка просто хреначит вас по голове ни с того, ни с сего. И она в 10 раз громче диалогов. Вам лучше привыкнуть к этому, ведь эта музыка просто загонит вас в угол и будет постоянно повторяться всю первую половину игры. Нельзя не упомянуть, что она совсем не подходит ничему происходящему следующие 3 часа, пока вы лазите по офису. Но сперва позвольте мне по-быстрому описать вам Мэг.
Она скучная серая лохушка, которая с радостью позволяет вытирать из себя ноги. Вечно перед всеми извиняется за беспокойство и постоянную печаль, ведь это полностью ее вина. Дамочка, вы не причиняете ей беспокойства. Вы видели, как окровавленный труп вашего парня закатывали в морг вчера вечером. Думаю, они простят вам небольшую печаль. И кроме того, я считаю, что вы страдаете из-за этого не настолько, насколько надо. Нет ничего хорошего в постоянной хандре. Так держать. Кроме того, мне дали его угловой офис. Уи-уху! Все, что Мэг находит в офисе Роберта, это факс и его ноутбук. Боже, этот чувак был таким скучным. Здесь даже нет ни одного комикса с Делбертом на стене. А знаете что, без разницы, мне плевать. Она открывает ноутбук и выясняет, что все еще отображается последний файл, с которым он работал. Жуткий файл, который убил его. Простите, не смог удержаться. Нет, это какая-то программа под названием «Звонок», которая, судя по всему, залезает на дискету 3,5 метра. Раз уж я начал придираться, разве у ноутбуков когда-то были встроенные приводы для дискет? Зачем она вообще ему нужна? Зачем она ему? Вместительность дискеты где-то 1,44 мегабайта. Ее даже, чтобы скопировать Oregon Trail, не хватит. Это невероятно. Я просто должен знать. Садако, жуткая тёлка из фильма, написала эту программу. Прямо с текстовым меню для вашего имени, которое говорит «Окей», если нажать «Интер». Она ходила в вечернюю школу и училась программировать на Java и C++. На каком языке вы бы писали сверхъестественную игру-убийцу? Перл? Я бы написал, я, блядь, ненавидел Перл. Мэг просто вбивает свое имя в программу, а затем, каким-то способом, который мы так и не увидим, но я уверен, что он был пугающим и клевым, она просыпается в каком-то мрачном альтернативном мире, упакованной в карбонит. Она выходит... В самом деле? Теперь она в чем-то вроде костюма Солида Снейка и носит самые огромные, мать их, очки на свете. Она разок глядит по сторонам и такая, я загрузила программу под названием «Звонок» на компьютере. Так или иначе, мне надо расследовать. Что за... Эту женщину ничего не беспокоит? Ее вообще хоть что-то волнует в данной ситуации? Дамочка, вас засосало через ноутбук. Ну а что, кстати, очень круто было бы посмотреть. Засосало через ноутбук, отправило в цифровой ад. Вы теперь носите этот охуенно тупой костюм команды будущего? У вас непонятно откуда появилось заряженное оружие? Вы носите здоровенные очки? И я должен повторить, ведь это важно. Вас засосало через ноутбук! И вся ваша реакция на это? И да, вы идете расследовать и находите этого парня по имени член бригады, который просто сидит здесь. А член бригады чего? Он тут просто сидит и говорит, что наверху есть монстры, и ей нужно пойти и прикончить их. Она такая, я даже не знаю, как пользоваться оружием. А он такой, хорош трепаться, иди и убей их. Что, у тебя, чувак, дела поважнее есть? Да, с виду ты охуенно занят, секунд. И, конечно же, Мэг, которая программист или секретарша, или исследователь, неважно, она не боец и признает, что не знает, как пользоваться пушкой, соглашается выполнить просьбу незнакомца, подняться наверх и убить кого-то без каких-либо объяснений. Ведь почему бы и нет? Итак, вы идете наверх и находите банку лечебного желе. Это что еще за черт? Хорошо, это желе, которое лечит. Оно волшебное? Его нужно есть? Типа как с тостами? Каково лечебное желе на вкус? Или им вроде как нужно обмазываться? Короче, вы берете лечебное желе и находите наверху монстра, который похож на... Я не знаю, оборотня или чего-то такое. Ваша пушка даже не замедляет его, поэтому он гарантированно подбежит, схватит вас и будет жрать вашу рожу. Черт, выглядит так, будто он ее насилует. Итак, он мертв, и я тут главный. И мне нужно съесть лечебное желе, но когда я проверил свой статус, он показывает норму. Мой статус — норма. Продолжение следует. Перевод Алексей Волошко. Озвучено специально для канала Трио Толстяков. Текст читал Некрозор.